В бухте Парис новички и опытные сапсерферы выстроили букву «В» из сапов. Таким образом, участники заявили, что Владивосток достоин статуса молодежной столицы России. Во флешмобе участвовали около 50 опытных и новых сапсерферов. Также можно было встретить на досках детей и четвероногих друзей. Мы определили, что кто-то будет стоять в центре нашей галочки, чтобы можно было соединить две полосы, выстрелить просто сбоку досок, немного сзади, ну то есть наискось. Держались руками. Вот. Ничего сложного на самом деле, здесь было половина новичков, новички это все повторили. Флешмоб организовал молодежный ресурсный центр Владивостока, а сообщество сапсерферов города помогло в организации построения буквы «В» в поддержку присвоения Владивостоку статуса молодежной столицы России. Мы обратились к сообществу саперам, это «Третья волна», «Сотосап» и иные сообщества, которые локально расположены, попросили их помочь в нашем флешмобе. Все согласились на некоммерческой основе нам помочь, в этом они молодцы. И я рад, что молодежь города Владивостока и вот сообщество саперов так поддерживает нашу молодежь. В этом году Владивосток снова участвует в конкурсе за звание молодежной столицы России. Победитель получит множество преференций в 2024 году. Среди них проведение мероприятий федерального масштаба, дополнительный грантовый конкурс для молодежи и многое другое. Олег Завьялов, Елизавета Драгомирова. Новости на Восьмом.